замерзли с треском небеса и с воем ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя красного царя на мои бледные иуды. Я знаю. В принципе, про Канаду я так знаю с разумом. Про Канаду, про Канаду и не надо вопросы. Под запись идете для канала. Может, у вас про Украину вопросы какие-то? А какие у меня до вас может быть питания про Украину? Ну, я интересуюсь. И что, событиями в Украине. Це ви мене маєте щось запитувати про Україну, якщо ви живете в Канаді, я можу вас запитувати про Канаду, ну, а я про Україну, що я вас буду запитувати? Я буваю в Україні раз в год, так що я в курсі, що ви спрашуєте. А я тут постійно живу. Ну я понял, ладно. Ну ладно, всіх благ тогда. Наверно, зря жалів Деникін хама. Ну, эхо, нет, у меня нет эхо нормально. Вы откуда будете, если не секрет? Днепропетровская область. Понятно. О чем беседуете в рулетке? Темы, может, у вас какие есть, так сказать, приоритетные или вопросы интересные? А какие вы вопросы можете обсуждать? Ну, вы идете под запись на канал, не против, что я вас записываю? Против, конечно. А зачем это вы делаете? Вы зарабатываете на этом? Ну, заработки там мизерные, в основном для самореализации. Ну ладно, а что, вы разжигаете вражду? Ну, почему вы так сразу решили? Ну, короче, ладно. Да если... потому что... Да, ну давайте, давайте, продолжайте. Если вы против, вот на один вопрос отвечу. Кто потому что? Ну, вы вражду разжигаете или... Что нет, вы тут, нет, что вы делаете? Нет, не разжигаю. Блогер строите на какие темы, например? Ну, несколько у меня тем. История... Ну, например, я спрашиваю. История, ретро-футбол, музыка, политика. Слушайте, но у вас лживая история. С вами разговаривать на такие темы нельзя. У кого у вас? И у вас реакция... Ну, с россиянами. И реакция у вас неадекватная на эти темы. Yes. Откуда вы знаете? Вот о футболе вы можете рассказывать нам. А остальные темы я вам бы советовал, ну, не поднимать. Откуда вы знаете россиянин? Я россиянин. У меня Россия под VPN. Ну, я здесь вот второй или третий раз пока зашел в эту рулетку. И уже наелся от вас столько, что... С вами просто неадекватные люди. Вы не понимаете, о чем я вам говорю? Очень мало у вас нормальных людей. Вы не понимаете. И история, когда касается какой-то истории, то вы врете нагло и, будем говорить, не даете людям нормальным с вами беседовать. Ну, понятно. Поэтому понятно. Я с вами не хочу беседовать. Ну, вы не хотите, вы столько наговорили ерунды. И здесь, на этом перекрестке. Слушай, ну вы убиваете себя все русское, ну. Зачем я снимать план? Я гражданин Канады. А вы гражданин чего? Я гражданин мира. Все мы дети Божьи, ничего. Конструктивно будете разговаривать? Или нет? Нет. Или у вас один укртроллинг идет? Что? Вы укртролль? Или иногда можете нормально разговаривать? А почему я троллю? Не, я не троллю, я просто разговариваю так, не знаю, что мне нравится. Ладно, есть вопросы? Ну, не знаю, как у вас дела, мужчина? Нет, это не конструктивный. Ладно, пока. Наверно, зря жалел Деникин хама. Что еще раз? Повторите, что не сильно, я не понял. Говорю, крутой мужчина. А, мужчина, я думал, не сильно. Крутой мужчина с флагом Канады, который сидит в России. Да вот, хочу в Канаду уехать. Как думаете, стоит или нет? Это вам решать, смотря какая у вас зарплата в России и какие условия жизни.
А вы где сидите, если не секрет? Я в Киеве сижу. И понятно. Вы как, блогер или юзер? Я... Ну, это похоже на блогерскую квартиру, вот это вот. Ну, мало ли, может, вы троллите. Не-не, я нормально. И здесь, на этом перекрестке. Сердце у меня. Блядь, сука, жалко нахуй тебя, блядь. Ну реально жалко, девушка. Вы бы за нас воевали. Ну не следите в этом нахуй. Вот вы существуете просто. Ну развести нахуй, умрите. Ну блядь, ну нахуя терпеть? А что терпеть? Блядь. А мне, может, тебя жалко. Что я терплю? Терпеть. Ну чем меня жалко? Ну, блядь, ты что, вы породили, блядь, это все. Что это все? Ну сидите тут, пожалуйста. Это типа молодёжь, нахуй. А ну, реально нахуй не надо. Их бабушка, ну пообщайтесь с бабушкой, да, типа. Типа, она там, ну, сама, типа, блядь. Типа, мы тут, блядь, ну, нихуя у мать. Ну ладно, блядь. Ты повторяешься. Троллинг хороший. Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян, первый секретарь Армении, первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и с Зарабяном завтра совместный стрим.